По предварительным данным, на втором километре плюс 200 метров автодороги Переславская-Круглова водитель 1976 года рождения, управляя грузовым автомобилем марки «Ивеко», осуществлял перевозку груза экскаватора. Не убедился в состоянии размещения и крепления груза, допустил падение экскаватора на проезжую часть, в результате чего произошло столкновение с движущимся навстречу автобусом марки «Ивеко», осуществляющим перевозку пассажиров по маршруту 120 Калининград-Янтарный. В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров автобуса получили телесные повреждения. На месте дорожно-транспортного происшествия в данный момент работает следственно-оперативная группа и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.